Александр Фомичев к общественному транспорту имеет весьма отдаленное отношение. По специальности инженер и ездит, как правило, на личном авто. Заняться подсчетом средних скоростей городского транспорта решил из любопытства. Результаты оформил в виде графика и представил на суд читателям своего блога. Личный транспорт не должен использоваться для повседневных нужд в городе. Как раз для повседневных перемещений по городу используется городской транспорт, общественный. Это исследование не призвано как-то принизить общественный транспорт. Наоборот, оно призвано к тому, чтобы привлечь внимание к проблеме. Проблема и правда налицо. Согласно анализу Александра, самые быстрые в городе маршрутки. Их средняя скорость едва превышает 20 км в час. Первыми с конца оказались троллейбусы. Их средняя скорость всего 15. Это почти на 1 км в час медленнее, чем трамваи. Первый по номеру, но не по скорости. Именно этот маршрут троллейбуса оказался самым медленным по версии блогера. Его средняя скорость составляет чуть более 12 км в час. Примерно так же едет велосипедист. Специалисты поясняют, на среднюю скорость влияет множество факторов. Количество остановок, светофоры, участок города, по которому пролегает маршрут. Все это учитывается при составлении расписания. Однако загруженность дорог в городе с каждым годом растет. Ситуация в городе складывается с каждым годом все напряженнее. Даже у нас в последнее время пошли вопросы даже от коммерческих перевозчиков маршрутного такси с просьбой увеличить время на рейс. Самое простое и самое сложное для повышения скорости – это выделенные полосы движения. Еще один путь решения проблемы – поднять популярность общественного транспорта. Делать это пытаются разными способами – бесплатный Wi-Fi, приложение на мобильном и так далее. А вот в Рыбинске, оплатив проезд, можно выиграть планшет или другой ценный приз. Сегодня там стартовала акция «Счастливый билет». Продлится она до середины декабря. Главное условие – сохранить билетик. Номера счастливчиков будут вывешены в городском транспорте. Нина Колтина, Сергей Ватин, Владимир Выдумлев. День в событиях.